Очень давно. Оправдание могу сказать только, что у меня не было времени, потому что у меня реально очень много идей для роликов, но мне не хватает времени их снимать, монтировать и выкладывать. Была школа, вот последние, сейчас будет уже последняя неделя, сегодня 17-я пятница, будет последняя неделя следующая школы, но на этой неделе мы писали все контрольные, все итоговые. И на следующей неделе можно было бы выдохнуть спокойной душой. Ну, последняя вот реально была очень нагруженная. Может, поэтому моя иммунная система сказала: иди нафиг, я устал, давай болеть. И вообще я полгода не болела. Я не болела полгода. И под конец, когда все праздники начинаются. Я не знаю, как это работает. Я заболела, и я ходила в школу вчера 2 дня. Я проходила в школу ровно 2 дня. И опять слегла с температурой. В общем, поэтому сегодня я дома. И, слава богу, я успела написать все важные контрольные, что у нас были, вот. И можно дышать спокойно, как говорится. Это будет такой небольшой временной влог. Я думаю, я в школу уже не пойду, поэтому буду снимать для вас и новогодние видео, и другие видео. И буду стараться, все-таки очень сильно стараться, 2 видео в неделю. Вот реально, я очень постараюсь, по крайней мере, новогодние каникулы, я реально постараюсь. У меня есть вот такая вот прекрасная книжечка для детей, да. Потому что я еще только новичок, тут просто все базовое, абсолютно все. Вы можете слышать, как я говорю, в нос, да, пожалуйста. У меня он самый проблемный, наверное, в мире, вот. Короче, сейчас я пытаюсь программировать там какой-то сайтик, чтобы типа такого. Итак, ребят, я уже, честно, подустала немного с этим всем разбираться. И поэтому прямо сейчас я, наверное, хочу попить чего-нибудь тепленького. Кстати, посмотрите, вот так вот выглядит мой пока что страничка только. Every Sunday, 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 every Sunday
Ну, там, в принципе, пасмурно, и вроде как даже дождь немного моросил, но сейчас, по крайней мере, уже получше. Я пью свой чаёк с лимоном, это мой вообще самый любимый чай. Уже покушала, ребята, пообедала. В принципе, сейчас можно было бы поспать, но чувствую я себя не очень хорошо, потому что походу я пересидела за компьютером. И как вы можете, наверное, заметить, у меня полностью забился нос. Кстати, примерно как-то вот так вот выглядит мой стол во время болезни. Там еще, конечно, градусника не хватает. Он у меня на рабочем моем месте находится. В общем, а тут лежат, кстати, подарочки. Я вчера была в школе последний день, да. Пошла расклеенная в школу. Но у нас вчера был, типа, праздник конец Тома Николая. Нам подарили подарки. Вот такой вот набор ММДМсика. И вот туда вот входят все вот эти вот конфеты. Папы на работе нам передали подарки. Ну, мне и моему брату, как от компании, типа. Это вот такая вот какая-то... Снежная звезда, шоколад, снежная звезда какая-то. Шоколадка такая с соленой карамелью. И здесь целая банка с пастой. Боже, я не знаю даже, это паста или что это. Ну, в общем, это карамель. Целая банка карамели. А жопка-то слипнется. Также там была вот такая вот книжечка, «Пик» называется. Я ее еще не читала, но я уверена, она будет очень интересна. Я прочитаю и обязательно вам расскажу, как она будет. Ну, а теперь надо бы здесь прибраться. И прибраться еще на рабочем столе, потому что на рабочем столе тоже небольшой завал. Да. Ну вот я немножко и убралась, как-никак. Даже если я болею, я не могу находиться в месте,
не сидеть за рабочим столом, где пыльно, где какой-то творится хаос. И вместо того, чтобы сосредоточиться на какой-то задаче, я думаю, блин, как здесь грязно. А вообще я бы хотела сейчас немного порисовать. А пока буду рисовать, то поставлю камеру на зарядку, потому что здесь осталось достаточно таки мало процентов, и она скоро разрядится, вот. Кстати, ребят, пока я рисую, я очень сильно люблю слушать музыку. У меня есть и в Spotify мой любимый плейлист, но в последнее время, если честно, мне нравится слушать отборочки из Ютуба, там, где много типа песен разных. Так, ребята, если честно, я даже не помню, когда я начала рисовать. В общем, уже 5:30, и я заканчиваю. У меня садится камера, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ребят. Если вам понравилось это видео, поставьте. А здесь у меня села камера, поэтому спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. А с вами была я, Марина. Всем удачи и всем пока-пока. I keep on letting my bad habits